Украинские военные в течение нескольких недель копают траншеи близ Бахмута для отражения массированного наступления российских войск в случае взятия ими города. В четверг советник, назначенного Москвой, главы самопровозглашенной ДНР, заявил, что группировка украинских войск практически блокирована и не имеет возможности отступить. Однако лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя ситуацию, сказал, что идут тяжелейшие кровопролитные бои, и рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Пригожин вновь утверждал, что более 80% города находится под контролем российских сил, а оставшиеся части упорно сопротивляются. Бои за Бахмут идут с августа прошлого года. По словам заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова, за две последние недели в районе Бахмута Россия потеряла убитыми и ранеными почти 4500 вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии. Ранее в отчете экспертов Американского института изучения войны также говорилось о том, что Россия несет в Бахмуте значительные потери.